Как-то раз, в самый обычный летний день, папа пришел с работы. Привет, пап, а что это ты принес такое интересное? А, это лотерейный билет. Мне его дали в магазине вместо сдачи. Ух ты, здорово! Давай посмотрим, что мы выиграли. Лиза, шанс что-то выиграть в лотерею очень низкий. Примерно 1 к 7 миллионам, что в 10 раз ниже, чем вероятность удара молнии в любого из нас. Много ты знаешь, Генка. Нужно верить в свою удачу. Папочка, а можно я сотру защитное покрытие и посмотрю, что там за приз? Конечно. Вот, держи. А можно я тоже что-то сотру? Да, малыш, у билета две стороны. Но чу, я первое стираю. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вы выиграли семейное путешествие на курорт «Солнечный берег». Папа с мамой по такому случаю сразу взяли отпуск, а мы и так все лето свободны. Отлично! Мы собрали почти все, что нужно. Осталось сложить всего 5 вещей. Найди, пожалуйста. Это нет. Это не то. Хорошо. Это то, что... Будь внимательней. Нет. Это не то. Отлично! Нам нужно... Будь внимательнее. Отлично! Мы готовы отправляться в путь.